Партнер рубрики – стоматологический центр «Лана». Лечение и протезирование зубов со скидкой 20% только до 15 мая. Где хранить деньги? Именно хранить, а не вкладывать. Давайте разберемся. Для начала поймем, в чем разница между хранить и вкладывать. Хранить значит держать в каком-то месте, позволяющем при минимально возможных издержках сохранить капитал. Вкладывать будет значить держать деньги в определенных активах, позволяющих при определенных издержках приумножить или потерять капитал. Самое простое место для хранения денег – под подушкой. А что, надежно и крепче спишь? Но надежно ровно настолько, насколько надежен ваш дверной замок. А крепкий сон и тяжелым трудом можно заработать. Второй вариант – дебетовая карта. Особенно неплохо, если она еще привязана к зарплатному проекту. Но это уже другая история. Дебетовая карта позволяет не разбрасываться наличностью и не переживать за сохранность денег. Правда, ровно до того момента, пока у банка не начнутся проблемы или вы не потеряете карту. Благо, ее можно тут же заблокировать. Вариант номер три – депозит в банке. Вы скажете, это же вложение, но я все-таки предпочитаю отнести это на хранение. И тут вот какая штука. Депозиты в надежных банках позволяют не только сохранить деньги, но и почти без рисков приумножить накопленный капитал. Звучит заманчиво, если не учитывать инфляцию, и все же это лучше, чем ничего. Выбирайте место хранения денег тщательно. И помните, не деньги делают вас счастливыми, а умение ими правильно распоряжаться. С вами были Игорь Ганин и «Правила денег». До встречи!